Здравствуйте, уважаемые друзья! Наша замечательная группа называется «Уровень моря». Мы сегодня ставим выдающийся эксперимент, вот играем с гитаркой тут. На самом деле это так оригинально, никто никогда с гитарой не играл. Вот, в жизни своей. Вот, это тебе не надо. Мы поздравляем дорогого Ваню Чарушина с днем рождения. Давайте сделаем это, не забудем, зачем мы здесь все собрались. Микрофон, да, пожалуйста. Да, да. Спасибо. Сказала, забудем или не забудем? Не забудем. Поздравляю. Секундочку, пауза, пожалуйста, если выдержим. Идет клавишник ваш. Очень хорошо, сейчас пускай дело дальше. Давай. А, вы уже начали. Все, дальше. Это надо пропустить. Что там? Корабли на дно уходят, сигарями, парусами.
нет, нет. Три, давай, Вань, мы сыграем три еще, да? Три еще у нас или больше? Три. Ну, что? Давай, оживай. И две финальные. Да, сыграем почти новую. Я носила в себе.
меня довольна вполне. Ты был смело убитым, ты был смело на пьяный. У тебя единство на страшный взгляд. Я бы хотел подарить Ване куплет из его ненаписанной песни, пока у меня есть такая возможность. Мне почему-то вот, как мы знаем, у Вани есть много песен про говно, кишки, кровь и несчастье, есть про болезни, про лекарства, есть про там метеоризм и диарею, но еще не было про глистов. И петься она должна примерно так. Мне кто-нибудь... Тимох, можешь мне тук-тук? Нет? Теперь посетили.